Компания Dodge представила обновленную версию пикапа Dodge Ram Laramie. Хотел бы напомнить вам, что серия Laramie является люксовой производственной программой Dodge, и внешний люксовый рам можно легко отличить от обычного по своеобразной решетке радиатора и невероятному обилию хрома, который украшает все, включая бамперы, решетку радиатора и даже зеркала. Кроме того, хромом покрыты и 20-дюймовые колесные диски, подножки, ручки двери и специальные декоративные вставки. В отделке салона дизайнеры Dodge использовали высококачественную кожу и дерево, а электронный пакет наполнили всеми новомодными электронными игрушками. На машине устанавливается атмосферный бензиновый мотор Hemi объемом 5,7 литра мощностью 395 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. До 100 км в час Dodge Ram разгоняется за 6,4 секунды, а максимальная скорость машины составляет 205 км в час. Продажи Dodge Ram Laramie 2015 модельного года поступит через 3 месяца по цене $49 700.